А, сразу блеснул, сразу хватает. Даже без разговоров тут. О, хоть отпустился. Оп. О, как их много. Попробуем вот, вот такого воблера. В этих местах рыба довольно оригинальная, да? Если не сказать большего. Меня гордонуло. Эй, Алгарев. Есть такое дело. Нормальный. Обед хороший. Хороший на обед попался. Все. Дорогуша, уже не пустим тебя. Будем есть. Каждому по окуню. Кто сколько съест. Тащим по берегам лодку. Туристов встретили сегодня с утра. Вон там группа отдыхающих. Катамаранщики, сплавщики. Вот посмотрите, есть такой еще способ. Двое тащат и один толкает веслом от берега. Я им помогу здесь. Он не ветерина халлогина. Эти дикие варбулых так. А она пила на так, вот здесь сейчас проезжали мимо, здесь увидели налима на дне. Вот посмотрите, налим лежит под водой. Умер. А, сейчас есть, я сейчас большой блесной постучу. Вот он, вот еще один налим лежит, вот он. Бухатер, будет блеснам пионерить. Вон стоит налим черный. И вот мы рыбку вот. Я стучу дном по дну. Так, уровень воды уменьшился на второй день. Вчера здесь были линки и сишки. Посмотрим сегодня, какая рыба тут есть. Есть ли рыба здесь вообще? Ага, есть, кто-то взял. Сижок идет, сижок. Да, я на маленькую блесну. О, неплохой сижок.
сишковая колебалка. Вот сейчас только что вытащил вот 4 сига. Владислав Дмитриевич тину вытащил. Ага, есть. Ага, выдернули моего. Стой. А, неплохо взял. Сегодня я что ли чемпион? Но маленький, правда. Так, тут идут съемки документального фильма. Вот посмотрите. Это что называется за кадром. И мы скоро будем в кадре. Думаю, телеканал Дикий. Смотрите передачу с нами. Кто-то попался очень резвый. Кого-то, по-моему, зацепил за спину или за живот. Еще пока не понял. На ультралайт. Плавник взял спинной. Эх, не сошел бы. Хотелось бы, чтобы пошел. О, отлично. Правда, кажется, крючок он мне погнул. А нет, смотри-ка. О, есть, есть. Красава. Красавчик. Маленький.
Поймал. Маленького сразу сам отпускай. Поймал. Сам вытаскивай. У-у-у, какой маленький. Хоть сам ушел. Тоже хочет мышка. Самое что прикольное, мы сегодня, когда уезжали с табора, повесили сушиться свои спальники, потому что по прогнозу ничего, дождя не было, но он идет. Поэтому сегодня будем в сухих спальниках спать и в сухой палатке. Так, здесь только что был удар таймения среднего размера, но он этот вертушку мою почему-то не засекся на нее, не поняли мы. Но лицо увидели, челюсть увидели нижнюю. Так, ребят, вот я не успел, конечно, извиняюсь. Но у меня попался небольшой таймешонок. Вот он, видите, вот. Сейчас вот собирались уезжать. И как раз он взял. Сейчас я вот на берег выйду и вытащу. Так что можете меня поздравлять уже, ставить ваши лайки, писать ваши комментарии по этому поводу. О-хо-хо, вовремя отцепился. Вот такого взял. Мне тоже повезло. Вот такой вот. Ну, килограмма 3, может. Да как вы это называете его? Ну, здесь называют его дейо. То есть не биль. Биль — это взрослый, как бы большой таймень. А это дейо. Ну, небольшой такой. Отличный небольшой трофейчик, можно так сказать. Хорошая рыба. Я взял все-таки. Ага. Нет, тот-то побольше же был. Ну, вроде побольше было, ага. Не. Лицо побольше. Тот-то побольше был. Ты че? Но. У него уже такое, морда такая округлая же была. Кругленькая. Так, что там Владислав поймал? Посмотрим. Вроде таймень, сказали. Вот. Где-то такое, лицо такое, морда такая была. Ага. Да, этот уже покрупнее. Ага. Ты смотри-ка. Ну-ка, покажи пойменя. Первый раз попался, да? А я вот так сейчас заброшу. Есть! Ленок. Маленький леночек.
Так, вот маленький совсем леночек попался. Посмотрите, как хорошо взял такую большую блесну. Аккуратно его отцепим. Как взял такой большой крючок, маленький такой. Так, сейчас его сразу отпустим, пока он не пострадал. Что, как говорится, вернули в естественную среду обитания. Вот они ловят вот рыбу, которая скатывается именно. Есть. Сорвался ленок. Хороший ленок был. Сейчас еще раз попробуем. О, кто-то дергает. Пытается кто-то взять. Есть! Опять небольшой. Что ты будешь делать? Одни небольшие, видать, здесь леночки стоят. Ай-ай-ай, успокойся. Иди, иди, дорогой, иди. Так, Александр Ильич что-то поймал. О, идет кто-то. Кто-то идет. Неплохой ленок идет. Тоже мелковатый. Турнака весь того. Турарба. Надеюсь, ты не будешь кушать дальше. Чаба гордухка. Забагай. Неплохой. Весь пятнистый прям с головой. Весь пятнистый попался. О, что это? Кольцо отвалилось. Как так, а ё-моё.
Да ну. Брах, брах. Ключи. Так, вытащить же надо срочно. Громовая длина. Опа! Берегу, к берегу, мужики. Подгребайте к берегу. Давай, эрди, эрди. Давай, 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 давай. Владислав, давай. К берегу. Давай, 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 давай. Давай, греби. Так, Александр Ильич, сейчас что-то поймал, крупное ударило, довольно-таки. Ну, вроде пока да, ага, видим. Нет, это мешанок. Ну-ка. Странно. За брюхо? Да? Давайте, давайте. Есть. Все. Небольшой. Небольшой. Почему ты вверх пошел, да? Потому что он, видишь, боком поймался. Да, боком поймался. Ну, засекся, короче. Что, на Вильямс-то кто-нибудь будет, нет? Ну, хотя бы ты давай. Еще один подошел, вон. Вот ходит. Ага. Еще один за ним прямо. Такой окушок попался вот. Кто-то его за бочину тут цапал. Так, вот Владислав Дмитриевич сейчас своего тайменя разделывает. Ну, давай посмотрим, что там внутри есть, оказывается. Внутри тайменя мы обнаружили одну интересную находку в желудке. Посмотрите, вот уже мыши начали уже переплывать с берега на берег. У них уже, видимо, гон начался. И там внутри находится, прям в желудке. Только что, вот недавно, наверное, ночью переплывавшая мышь. Давай сюда бросим. Вот посмотрите, как выглядит мышка. Я готовлю. Уха. Там тип поймал таймишонка. Поздравляем его с этим. Вон Александр Ильич прибежал к нему. Вон стоит Владислав Дмитриевич. А вон тит с Александром Ильичем. Он снимает это с крючка.
Так, вон идет Тит Владимирович. Давайте посмотрим на его улов. Заодно надо батарейку подзарядить на устройстве. Подсела маленько. О, хороший таймишонок. Хороший. Да. Паунд. Килограмм. Вот я же говорю, 5 с лишним. 5300. Где-то, да? 5300. Здесь. Обратно. Да, вот на эту белую колебалку взял. Сейчас покажу. Ну вот видите, вот как я и говорил, моя теория оказалась верной. Сейчас они ловят рыбу, которая скатывается, и блесну нужно бросать, получается, по течению. То есть я бросал и повдоль, и сверху вниз, но самые результативные броски — это вот получается, когда снизу вверх по течению бросаешь, и блесна просто идет накатом, и вот она таймень хватает блесну. Ну что, Слава, поздравляю. Спасибо. Такой неплохой экземплярчик. Да, вот. Попался мне сегодня, наконец-то повезло. На колебалку такую, да? Да, вот на такую колебалку. И вот я что заметил, именно вот снизу вверх, когда бросаешь, когда блесна просто скатывается, в этот момент поклевка. С Титом разговариваем, говорю, успел, нет, заснять, когда поклевка. Момент, он говорит, поздно, вытащил. А я говорю, своя, моя, это успела, говорю. Ух ты! Вот этот перекат, так перекат. Тут понимаю, перекат.